Приветствую, братья и сестры. Мы будем продолжим читать 26 главу Евангелия от Матфея. У нас по нашему плану стихи с 14 по 25 сегодня. И я вот прошу, у кого есть Библии, даже если в телефоне, вы откройте, потому что текст будут высвечивать, конечно, но нам вначале надо 26 главу как бы таким общим взглядом окинуть, потому что в ней, если посмотреть, что в ней написано, то вот как бы такое чередование есть, события чередуются. Но на самом деле все, что в ней написано, все вот эти события, они в полной гармонии. И Матфей через вот это чередование, через как бы такие разные события, мысль передает, очень важную мысль. Мы начинаем читать с 14 стиха. 14, 15, 16 стих. Вот что там написано. «Один из двенадцати, называемый Иуда Искариот, пошел первосвященникам и сказал, что вы дадите мне, и я вам предам его. Они предложили ему 30 сребреников, и с того времени он искал удобного случая предать его». Вот, вот эти слова о Иуде написаны. А перед ними записана долгая история, с 16 по 13 стих, история помазания, как Мария помазала Иисуса. Так вот, эта история – это спусковой крючок предательства. Она, вот эта история, она же не в этот день произошла, когда Иуда пошел первосвященником, а она произошла в субботу, то есть еще до того, как Иисус вошел в Иерусалим. В Евангелии от Иоанна, в 12 главе написано, «За шесть дней до Пасхи пришел Иисус в Вифанию, где был Лазарь, умерший, которого он воскресил из мертвых. Там приготовили ему вечерю, и Марфа служила, и Лазарь был». И вот на этой вечере Мария помазала Иисуса. То есть это было в субботу. А те события, о которых мы сейчас читаем, это конец среды, то есть это уже следующая неделя. И четверг. Самые первые стихи 26 главы, первый и второй стих, это такая вот, вы знаете, такая точка, да? В Евангелии от Матфея есть такие паузы, где он останавливается, да? И как бы обзор делает, переводит взгляд, он смотрел в одну сторону, переводит в другую. И вот с этих стихов начинается 26 глава. Иисус говорит, вы знаете, через два дня будет Пасха, Сын Человеческий будет предан на распятие. То есть вот начинается какой-то такой новый период. И после этого в третьем стихе написано, тогда собрались первосвященники и книжники и старейшины. Вот они собрались почему? Потому что к ним Иуда пришел. Вот видите, у Матфея такое чередование, но вот этот третий стих, он непосредственно связан с 14-м. Когда мы в 14-м стихе читаем «Один из двенадцати пошел к первосвященникам», то вот третий стих, да? Почему не собрались? Потому что вот этот «Один из двенадцати пошел к ним». И третий стих «Тогда они собрались, первосвященники, книжники и старейшины, во двор первосвященника по имени Каиафа». Они собрались, потому что к ним Иуда пришел. И что дальше? 4 стих. «И положили в совете взять Иисуса хитростью и убить». То есть к ним пришел Иуда с предложением, они это предложение рассмотрели и вот положили, принять это предложение, то есть взять Иисуса хитростью и убить. И они дают Иуде условия, но говорили, только не в праздник, только не в праздник. То есть не при любых условиях, но вот чтобы соблюсти приличие. То есть вот такая связь вот этих событий. Что дальше мы читаем? Когда Иуда пошел к первосвященникам, а дальше 17 стих мы читаем, в первый же день опресночный, то есть это уже следующий день, четверг, в среду он пошел к первосвященникам, в среду Иисус
с учениками, близкими учениками был на горе Елеонской, Иуды там не было, Иуда был у первосвященников. А в следующий день, в четверг, вот что происходит, 17 стих. «Первый день опресночный приступили ученики к Иисусу и сказали им, где велишь нам приготовить себе Пасху? Он сказал, пойдите в город к такому-то и скажите ему, учитель говорит, время мое близко, у тебя совершу Пасху с учениками моими. Ученики сделали, как повелел им Иисус, и приготовили Пасху». То есть вот до этого Матфей говорит о предательстве, и сейчас Пасха добавляется. То есть Пасха начинает переплетаться с предательством. Пасха – это не только, ну, как бы фон для предательства Иуды, это тоже очень важное событие, и Матфей их соединяет. И они дальше, вот в 26 главе, будут идти вместе. И предательство, и Пасха. И Христос говорит, время мое близко. То есть время мое близко, то есть мы к какому-то важному периоду времени двигаемся. До этого предательство было отдельно, вот Пасха отдельно, ученики говорят, где велишь нам приготовить. С 20 стиха мы читаем, и уже предательство и Пасха, они переплетаются. «Когда же настал вечер, это 20 стих, он возлег с 12 учениками, и когда они ели, сказал, истинно говорю вам, что один из вас предаст меня». Они весьма опечалились и начали говорить ему, каждый из них, не я ли, Господи? Он же сказал в ответ, опустивши со мной руку в блюдо, этот предаст меня. Впрочем, Сын Человеческий идет, как писано о нем, но горе тому человеку, которому Сын Человеческий предается, лучше бы этому человеку не родиться. При этом Иуда, предающий его, сказал, не я ли, Рави? И Иисус говорит ему, ты сказал. Три части в нашем уроке будет. Первая часть – мы вот посмотрим, то есть вот этот вот наш текст с 14 по 25 стих и сама 26 глава, какое место они занимают в Евангелии от Матфея. Потому что это тоже очень важно понять, то есть само их расположение, вот точка, в которой они находятся, оно несет глубокий смысл. Вторая часть, мы о Пасхе будем говорить. Что такое, что, для чего они собрались, какие ожидания учеников от этой Пасхи были. И третья часть – это предательство Иуды. То есть это еще не полное предательство, оно будет в развитии находиться, но тоже мы увидим, что же в этом тексте Матфей нам говорит. Первая часть урока нашего. Место этих стихов и 26 главы в самом Евангелии от Матфея. У Матфея есть замысел. Вообще все четыре Евангелия, они построены, они идут от Иордана к Голгофе. Во всех Евангелиях есть вершины, есть вершина блаженства, то есть это такая точка, есть вершина преображения, и потом есть вершина страданий Голгофа. Вот это такое общее движение Евангелия. Все четыре Евангелия идут вот таким путем. Но у Матфея есть еще своя линия. То есть он был вдохновлен Духом Святым, и он Евангелие написал, это не просто набор сведений. Вот что он помнил, то написал. То есть у него есть структура, у него есть линия, которую он через все Евангелие проводит. Евангелисты писали примерно через 30 лет после воскресения Иисуса Христа. То есть уже свидетели, живые свидетели к этому времени умерли. То есть многие из них умерли. И евангелисты опирались на собственные воспоминания, на другие надежные источники. И вот они передавали земную жизнь Иисуса Христа. Но когда они передавали, они же жили в какой-то общине, то есть имели круг общения, то есть они знали нужды людей, которые вокруг них находились. И поэтому каждый евангелист в своей книге вот пользу хотел вот этим людям, которые вокруг себя, передать пользу. Матфей тоже находился в общине, то есть в общине, которая состояла из евреев. То есть, соответственно, у них был язык еврейский, культура еврейская, традиции еврейские. Хотя это христиане были, это уже церковь, но вот еврейский контекст. И поэтому, когда он писал свое Евангелие, он вот этот контекст учитывал. И замысел у Матфея вот такой. То есть он
группирует события в своем Евангелии. То есть он их как бы такими большими блоками передает. И вот эти блоки, они построены вокруг речения Иисуса Христа. То есть он каждый раз, когда что-то, какую-то грань личности Иисуса Христа открывает, он в основу вот этого блока речения Иисуса Христа ложит. Поскольку первые слушатели Матфея были евреи, то Матфей вот такую структуру взял. У евреев самый почитаемый муж Божий был Моисей. То есть мы не евреи, мы сейчас язычники, и поэтому мы не выделяем Моисея так, как это делали евреи. Но евреи его особенно выделяли. И Моисей дал 5 книг, 5 книжие. И вот Матфей, когда он пишет свое Евангелие, он тоже дает 5 блоков, 5 таких частей речения Иисуса Христа. И через это он раскрывает 5 граней личности Иисуса Христа. Первую грань, которую Матфей передает, это то, что Иисус Христос – это обещанный царь. Это обещанный царь. Он, это первая глава. Он приводит родословие. Родословие, которое указывает на царское происхождение Иисуса Христа. Он описывает его рождение. Он показывает, какие пророчества сбылись при этом. Он показывает крещение. Он показывает явление Иисуса Христа народу. И пик вот этого блока, когда Иисус Христос представлен как обещанный царь, это Нагорная проповедь. То есть это манифест царя, который обращен к народу. То есть люди слушают вот этот манифест. И в конце Нагорной проповеди, это 7 глава, 28 стих, вот так записано. «И когда Иисус окончил слова сии, народ дивился учению его». То есть вот это переход. «Когда Иисус окончил слова сии». Матфей каждый раз, когда он заканчивает какой-то блок, он представляет личность Иисуса Христа, он вот этот блок заканчивает такими словами. Вот 7.28. «Когда Иисус окончил слова сии». Это значит, все, первая часть, Иисус представлен как царь. И вот Матфей подвел итог. Он 5 раз так делает. Следующая грань, вот то, что представляет Матфей, он представляет Иисуса как учителя, равви. Иисус избирает учеников, Иисус избирает апостолов, он преподает им учение, он дает им многие уроки. Это 8 глава, 9 глава, 10 глава. И когда вот этот блок представлен, Матфей тоже подводит итог. Матфея 11.1. «И когда окончил Иисус наставление», то есть до этого, когда Нагорная проповедь закончена, когда Иисус окончил слова сии, здесь Матфей то же самое говорит, 11.1, когда окончил Иисус наставление 12 ученикам своим, перешел оттуда. То есть вот представлен Иисус как учитель. Следующая грань, каким образом Матфей представляет Иисуса, Иисус-пророк. Иисус-пророк. Пророки – это не только о будущем они говорили. То есть они передавали Слово Божье, они учили народ, они давали правила жизни, они вот многое говорили, и они делали это через притчи. Когда вот эти притчи, важное Слово Божье Матфей записал и передал своим слушателям, он в 13 главе, в конце 13 главы тоже подводит итог. Матфея 13:53. «И когда окончил Иисус притчи сии, пошел оттуда». Вот смотрите, мы вот эту линию, то есть она через все Евангелие проходит, Матфея проводит, то есть обещанный царь, учитель, равви, пророк. Следующий блок у Матфея, 4-я грань личности, Иисус – глава церкви. Он создал свою церковь. 17 глава, 18 глава, Иисус говорит, какие отношения должны быть в церкви. Он говорит о дисциплине церковной, говорит о милосердии, об отношении между людьми, о братолюбии. И когда он все это сказал, когда вот эти все речения Матфей сгруппировал, представил, то в конце тоже переход к следующему блоку. Матфея 19.1. «И когда Иисус окончил слова сии, то вышел из Галилеи». То есть линия продолжается. Царь, учитель, пророк, глава церкви. И следующую грань Иисуса представляет Матфей.
Пятая грань – он грядущий. Он грядущий. То есть как эта грань представлена? То есть Иисус представляет будущее. То есть мы читали о том, что будет. Он говорил, что храм будет разрушен, что будут войны, глады, землетрясения, что народы метутся, что будет вознесение церкви, что будет великая скорбь. И все вот это вот, о чем он сказал, это подготовка к его второму пришествию, потому что он грядущий. То есть это не просто потому, что вот история человеческая, а потому что он должен прийти, он грядущий. И вот эти его слова, они к самым близким ученикам обращены. То есть это не широкая масса людей слушает, а это слушали его Петр, Андрей, Иаков и Иоанн. То есть вот они. То есть там Иуды не было и других учеников не было. Эти люди слушали его на горе Елеонской. То есть вот такая линия. Царь, учитель, пророк, глава церкви и грядущий. И куда же эта линия приводит? То есть она вот через все Евангелие. А вот куда она приводит. А приводит она в начало 26 главы. Вот вы запомнили каждый раз, как Матфей, когда подводит какую-то черту, какие он слова говорит. Так вот смотрите, 26 глава, какими словами начинается. «Когда Иисус окончил все слова сии». То есть мы уже увидели царя, мы увидели учителя, мы увидели пророка, мы увидели главу церкви, мы увидели грядущего. И кого же мы сейчас увидим? А увидим мы того, кто сам о себе говорит, второй стих. Того, кто будет предан на распятие. Вот это вот шестая грань личности. То, что Матфей сравнивал Иисуса и Моисея. То есть он проводил такую аналогию, потому что когда мы вспоминаем Моисея, то, конечно, Моисей, можно сказать, что он был в тот период и царь, он был пророк, он был учитель. Но вот что Моисею было невозможно, Моисею невозможно было совершить искупление, а Иисусу это было возможно. Поэтому Иисус и говорит: «Время мое близко». До этого тоже было как бы его время, то есть когда он был представлен как царь, как пророк, как учитель. Но сейчас только его время наступает. То есть вот эта вот линия, она приводит к главному месту, то есть показывает главную цель, ради чего Сын Человеческий пришел. Потому что Сын Человеческий пришел для того, чтобы быть предано на распятие. Поэтому вот когда мы сейчас будем читать 26 главу, мы вот должны понимать, какие слова мы будем читать, о чем, в какое время. Потому что вот Христос говорит: «Время мое близко», то есть «я буду предан на распятие». Это вот место 26 главы и тех стихов, которые мы сейчас более подробно рассмотрим в Евангелии от Матфея. Вторая часть нашего урока. О Пасхе мы сейчас будем говорить. Это тоже важно, потому что это совершенно не случайно, что время страданий Христа, время его распятия пришлось на Пасху. То есть это не совпадение, а это замысел Божий. Потому что Ветхозаветская Пасха – это указатель, это прямой указатель на страдания Христа, это ожидание. То есть все, что из года в год евреи собирались, это ожидание того, что придет Искупитель, и вот с ним вот это произойдет. К нашему тексту обратимся. Матфея 26, 17. «В первый же день пресрочный приступили ученики к Иисусу и сказали ему: „Где велишь нам приготовить себе Пасху?“ Он сказал: „Пойдите в город к такому-то и скажите ему: „Учитель говорит, время мое близко. У тебя совершу Пасху с учениками моими“. Ученики сделали, как повелел им Иисус, и приготовили Пасху. Когда же настал вечер, он возлег с 12 учениками». Что евреи совершали на Пасху? Они исполняли Божье повеление. В книге «Исход» написано, в 12 главе, 5-6 стих: «Агнец у вас должен быть без порока, мужского пола, однолетний, возьмите его от овец или от коз, пусть он хранится у вас до 14 дня сего месяца, тогда пусть заколет его все собрание общества израильского вечером». То есть вот что они совершали
в Пасху. То есть они заколали агнца, и исход 12-15 стих. «Семь дней ешьте пресный хлеб, с самого первого дня уничтожьте квасное в домах ваших, ибо кто будет есть квасное с первого дня до седьмого дня, душа та истреблена будет из среды Израиля». То есть и ели пресный хлеб, опресноки. Поэтому Матвей так и пишет, первый же день опресночный. То есть Пасха, Пасха – это они ели агнца, а опресноки – это пресный хлеб они ели. Первый день опресночный – это 14-го Нисана. То есть этот день определен в Божьем повелении, в 14-й день, месяц Нисан, 14-й день, 14-го Нисана. Это день заклания пасхального агнца. То есть не раньше, не позже, а вот именно 14-й день. И когда мы смотрим на вот этот текст, то сразу же вопрос возникает, что вот они совершают, то есть Иисус с учениками, вот Тайная вечеря, она происходит в четверг. В четверг. А сам Иисус был распят в пятницу, да? И вопрос возникает, как так? Ну, мы же понимаем, что Он – Пасха совершенная. Но и вот эта Пасха, которую ученики с Ним совершали, на Тайной вечере ели агнца, это же тоже настоящая Пасха. Как так? Почему два дня? Ответ очень простой, потому что ответ в традиции находится. В традиции находится. Когда мы читаем Евангелие, кого мы там видим? Мы там видим Иерусалим и иудеев, которые жили вокруг Иерусалима. Когда мы дальше смотрим, мы видим Галилею, там галилеяне жили. Дальше еще евреи были рассеяны, то есть еллинисты, евреи диаспоры. И вот эти люди, они жили каждый, они вроде бы все евреи, но каждый жил в своем культурном контексте. Вот евреи в Иерусалиме, у них свой образ жизни, своя традиция была, а у галилеян уже отличный образ жизни был. То есть они как бы евреи, но они все равно уже немножко отличались. Так вот, они по-разному считали время наступления дня. У нас же тоже, вот посмотрите, одни сутки отделяются от других. Когда у нас происходит смена суток? В 12 часов ночи. Да, то есть у нас до 12, это еще предыдущий день, вот до 12 у нас была суббота, а сегодня у нас воскресенье. И когда вот эта перемена перешла? В 12 часов ночи. Вот. И нам кажется, что это естественно и всегда так было, но на самом деле не всегда. В 1925 году, то есть меньше 100 лет назад, вот это было принято как международный стандарт. То есть совсем недавно вот так стало. А до этого было по-разному. Так вот, у иудеев, которые жили в Иерусалиме, и мы не раз это видим в Евангелии, и это мы знаем даже как бы в нашей жизни, что у них одни сутки сменяют другие примерно в 6 часов вечера. Когда наступает шаббат у евреев? В пятницу вечером, то есть вот эта смена суток. То есть когда солнце садится, на закате солнца, одни сутки сменяют другие. То есть, когда солнечный диск полностью скрывается за горизонтом, вот это считается, наступили следующие сутки. Это не только у евреев, мусульманские народы точно так же, то есть у них сутки сменяются. А вот у галилеян, они жили уже в греческой среде, там было много греков, и у них сутки сменялись ровно в полдень. То есть вот один день, среда от четверга чем отличалась, да? Что до 12, до полдня это была среда, а потом уже наступал четверг. То есть у них смена дня происходила вот так вот. То есть вот у галилеян была своя традиция смены суток, у иудеев и иерусалимских своя традиция. А в храме была своя традиция. Она не суток касалась, она касалась жертвоприношений. В храме работал функционировал жертвенник. Что такое жертвенник? Да? На самом деле это было достаточно сложное дело, потому что нужно было много топлива, то есть его нужно было разжигать, чтобы все это разгорелось, чтобы там были угли, чтобы можно было много вот этих
животных на нем сжигать, то есть это нужно было ввести его в рабочее состояние. А после того, как жертвоприношения прошли, его нужно было очищать, опять приводить в какой-то вид. В общем, смысл в том, что само жертвоприношение происходило только раз в сутки, а остальное время занимали вот эти обслуживающие различные работы. Так вот это жертвоприношение, если посмотреть ну, на наше время, да, оно начиналось примерно в 3 часа дня и длилось около 3 часов. Когда мы будем дальше читать о смерти Иисуса Христа, то написано, что час 9 был, когда он умер. Час 9, если добавить 6 часов, это переход от библейского времени к нашему современному, то мы как раз увидим 15 часов, то есть примерно в 3 часа дня начинались жертвоприношения. Так вот, те люди, которые соблюдали иерусалимский порядок времени, да, и у них 14-го Нисана наступало в 6 часов вечера, вот по нашему времени, да, они уже пропускали жертвоприношения. А галилеяне, у которых 14-го Нисана наступало в 12 часов, да, в полдень, ровно в полдень, они успевали на это жертвоприношение. И они могли в 3 часа принести вот этого пасхального агнца, его заколали, и вот эта жертва совершалась. То есть, по сути дела, пасхальные агнцы в два потока, в два захода вот это жертвоприношение приносилось. То есть сначала в четверг днем в 3 часа дня приходили люди, которые жили вот по этой греческой, галилейской традиции, и они могли принести своих агнцев в жертву. А на следующий день приходили люди, которые жили по иерусалимской, по иудейской традиции, и они уже приносили своих агнцев. Конечно, иерусалимские евреи на вот этих галилеян и на еленистов, они смотрели свысока, то есть они считали, что это такая неполноценная традиция. Но в храме принимали и одну традицию, и другую, потому что ну, храму даже было удобно, потому что они ну, как, технически за два раза могли этих людей служить. За один раз они, наверное, не смогли бы. Но жертва и та, которая совершалась в четверг, и та, которая совершалась в пятницу, она имела такую же силу. Это был пасхальный агнец. В Евангелии от Матфея мы уже читали эти слова, в 23 главе, 19-20 стих, такой вопрос Иисуса записан, то есть он к фарисеям обращается и говорит: «Безумные и слепые, что больше, дар или жертвенник, освящающий дар?» То есть все, что попадало на жертвенник, неважно, в четверг это происходило или в пятницу происходило, оно освящалось, то есть это уже была святая жертва, это был пасхальный агнец. Поэтому вот Иисус со своими учениками, они совершили Пасху в четверг. И это была настоящая Пасха, потому что она была совершена 14-го Нисана. Вот они считали свои дни, и они знали, что это 14-го Нисана произошло. Это было совершено на жертвеннике в храме. Жертвенник осветил эту жертву, и они его совершили. Это произошло в четверг. Конечно, это не только дань традиции. Конечно, это не просто стечение обстоятельств. А в этом и пророчество совершилось, потому что через Даниила было дано пророчество и был четко определен день смерти Мессии. В книге Даниила, 9 глава, 26 стих, написано: «По истечении 62 седьмин предан будет Христос смерти». То есть вот в пятницу 14-го Нисана, в четверг Иисус с учениками совершил свою вечерю, тайную вечерю, в пятницу он был распят сам. И вот в пятницу 14 Нисана истекли 62 седьмины. Это вот то, что из этих стихов мы видим о Пасхе. Теперь мы о предательстве поговорим. Это третья часть нашего урока. Вот и Пасха, и предательство, они в развитии. То есть о них еще и дальше будет говориться. Но точно так же, как Пасха, это не случайный фон, точно так же и предательство. То, что страдания Иисуса Христа начались с предательства, это тоже не случайно. В этом есть замысел Божий, и есть очень важные указания. Потому что страдания Иисуса, они еще будут нарастать. И пик страданий – это то, что будет происходить на Голгофе, это максимум. Но начались они именно с предательства. И мы сейчас прочитаем эти стихи.
Матфея 26 глава с 21 стиха. «Когда они ели, сказал, истинно говорю вам, что один из вас предаст меня. Они весьма опечалились и начали говорить ему, каждый из них, не я ли Господи? Он же сказал в ответ, опустивши со мною руку в блюдо, этот предаст меня. Впрочем, Сын Человеческий идет, как писано о нем, но горе тому человеку, которым Сын Человеческий предается. Лучше бы этому человеку не родиться». При этом Иуда, предающий его, сказал, «Не я ли, Рави?» Иисус говорит ему, «Ты сказал». То есть, вот ты и сам сказал. Кто знал об этом предательстве? Конечно же, Иуда ясно знал, то есть он понимал, что совершает. Это был осмысленный такой долгий поступок, несколько дней он продолжался. Из Евангелия от Иоанна мы можем видеть и понимать, что, скорее всего, сам Иоанн знал, то есть он понял слова Иисуса. Вот. И, конечно же, сам Иисус тоже знал, он сердцеведец, он Бог, он знал, что сейчас совершает Иуда. Поэтому вот они так и говорят. И в этом проявление его божественности. То есть есть в Евангелии некоторые места, где Иисус раскрывается как Бог. Вот этом проявлении он видел, что в сердце человека. Он знал, что этот человек собирается сделать. 138-й Псалом, 23 стих написано, «Испытай меня, Боже, и узнай сердце мое». То есть Христос видит, что в сердце каждого человека. Он знает его мысли. Он понимает те поступки, которые этот человек совершает. Точно так же Иисус видел сердце Иуды и знал все его планы. Матфей открывает это знание. И когда он открывает это знание, мы должны вот и видеть, и оценить, как себя Иисус ведет при этом. Он принимает, он смиряется. Почему? Потому что он добровольно пришел на это. То есть он пришел для того, чтобы предать себя на страдания. И поэтому он это предательство тоже принимает. Хотя это уже боль. Это еще не физическая боль, но это очень сильная боль. Он это принимает добровольно. Для евреев, для первых слушателей Матфея это было очень важно. Если мы вот посмотрим, как Матфей пишет о предательстве, и сравним с тем, как Марк написал, как Лука написал, то видно, что Матфей очень большой акцент делает на это. Почему? Потому что для евреев, которые жили в первой церкви, в первом веке, было очень важно. Их почти всех предали. То есть их предали их родные, их близкие люди, их соседи предали. То есть они изгоями становились. Когда язычник становился христианином, то в языческой среде, ну, по крайней мере, первое время христианства была такая толерантность. То есть язычники, они, ну, им было все равно, во что человек верит. Каждый верил во что-то свое. Но у евреев, когда человек становился христианином, он тут же становился изгоем, он изгонялся из синагоги, с ним прекращали общение, никаких отношений не было. Его или побивали камнями, или изгоняли, а все имущество его забирали. То есть вот что ожидало евреев. Поэтому Матфей, вот он такой акцент делает, он показывает, что Иисус тоже прошел через предательство. Поэтому вот пример Иисуса. И нужно это с терпением принимать. Многих божьих мужей предавали. Если мы вспомним Моисея, в его жизни тоже были предательства, Авраама, Давида, пророков, их тоже предавали. Иисус был предан до смерти. То есть это самое ужасное предательство в истории человечества. И Иуда, абсолютно нету никакого сомнения, это ясная библейская истина, он несет наказание за свое предательство. Иисус с сожалением говорит, лучше бы этому человеку не родиться, потому что Иисус, он знает судьбу Иуды. И эта судьба, она тоже была предсказана в псалмах. 108-й псалом, 7-й стих, «Когда будет судиться, да выйдет виновным». То есть он виновен. «Молитва его да будет в грех. Дни будут его краткие, достоинство его возьмет другой». Уже первая церковь понимала судьбу Иуды. Петр, вот эти слова, он говорил, это в книге «Деяний» в первой главе записано. Это судьба Иуды. Что еще можно сказать о предательстве? Предательство, то, что совершил Иуда, вот это предательство, это чернота. Но это чернота, на которой
сияет верность Иисуса. Потому что то, что произошло с Иисусом, оно говорит о том, что Он никогда не сделает. Вот иногда люди задают такие вопросы, иногда наивные, иногда лукавые. А может ли Бог что-то не сделать? Что Он может не сделать? Что невозможно Богу? Так вот, вот ответ. Бог верен, Иисус верен, и Он никогда не предаст. Вот это Ему невозможно. Вот это Ему невозможно. Всякий грешник, что покается и обратится к Иисусу с просьбой о прощении, он будет прощен. Иисус верен в этом. И когда это произойдет, Христос его уже никогда не оставит. Он верен в этом. И он сам говорит, что никто не похитит вас из руки моей. Слава ему за это. Аминь. Давайте встанем и помолимся. Господи, благодарим Тебя за Твою верность. Господи, Ты прошел через великие страдания, Ты прошел через это предательство, Господи. Мы Тебя за это благодарим, потому что это Ты сделал ради нас. И мы благодарим Тебя за Твою верность, потому что знаем, что нас Ты никогда не предашь. Слава Тебе за это. Аминь. Запись этой проповеди была подготовлена для вас Церковью Вифлеем. Мы – евангельские христиане-баптисты. Наша церковь находится по адресу город Минск, улица Горецкого, дом 93.